состоится по причине того, что команда Селиванова отказалась приехать, и им будет засчитано поражение со счетом 3-0. Соответственно, команде Вяткина засчитана победа со счетом 3-0. И команда занимает первое место в третьей лиге и уходит на следующий год во вторую лигу, где будет также сражаться со многими коллективами. Давайте поаплодируем команде за хороший сезон. Поздравим их!